на видеосервисе «Старт» состоится премьера 13-серийного комедийного сериала «Два холма», выход которой ожидается января. Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют, а потом объединятся и создадут новый лучший мир с эко-городками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из эко-города «Два холма» встречает за его пределами молодого примата Геру. Главные роли в сериале исполнят Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Андрей Скороход, Жанна Эпли и другие. Премьера 13-серийного комедийного сериала «Два холма» состоится 28 апреля на видеосервисе «Старт». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.